Итак, на первых полосах всех мировых изданий громкий спортивный скандал. Шокирующее признание сделала Мария Шарапова. Российская теннисистка, за которую болеют миллионы людей на планете, принимала мельдоний – препарат, запрещенный с 1 января этого года. Тот же, что и фигуристка Екатерина Боброва, о положительной допинг-пробе которой стало известно накануне. Теперь Шараповой грозит дисквалификация, она может пропустить Олимпиаду в Рио. Обо всем подробнее Жанна Агалакова. Мария Шарапова не стала дожидаться, что новость о допинге попадет в прессу окольным путем. Созвала пресс-конференцию и обо всем объявила сама. Я получила письмо от Международной теннисной федерации о том, что я провалила допинг-тест на открытом чемпионате Австралии. Я совершила ошибку и несу за это полную ответственность. Последние 10 лет я получала препарат под названием милдронат от моего семейного врача. А уже после того, как пришло письмо из федерации, я узнала, что у этого препарата есть другое название – мельдоний. Мой доктор прописывал мне этот препарат в связи с проблемами со здоровьем. Милдронат, он же мельдоний, прописывают при ангине, ишемической болезни и диабете. В Америке его не выпускают, а в странах бывшего СССР этот препарат продают в аптеке. Выяснилось, что, повышая выносливость организма, он помогает спортсменам справиться с высокими физическими и нервными нагрузками. Его включили в черный список с января этого года. Спортсменов предварительно оповестили, но Шарапова пропустила важную новость. Я сделала большую ошибку. Я расстроила своих фанатов и нанесла вред спорту, которым занималась 4 лет и который я так сильно люблю. Я знаю, что теперь мне предстоит столкнуться с последствиями моего поступка. И я не хочу завершать карьеру таким образом. Я надеюсь, что мне будет дан еще один шанс сыграть в эту игру. Мария Шарапова временно отстранена от соревнований с 12 марта. Если будет доказано, что она специально принимала препарат, чтобы улучшить свои спортивные результаты, ей грозит дисквалификация до 4 лет. Но многие считают, что наказание не будет столь суровым. Безупречная карьера теннисистки, ее добровольные признания и отказ от повторного анализа, и даже тот факт, что она сама объявила о результатах допинг-теста, должны сыграть в ее деле положительную роль. Однако участие Шараповой в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро этим летом маловероятно. Пусть говорят, что мы не выступим на Олимпиаде теперь. Никакой угрозы российскому теннису после допинг-пробы Шараповой нет. Никакой угрозы. Мария продолжает карьеру после этого. Седьмая ракетка мира. Одна из 10 женщин в истории, которым удалось выиграть все турниры «Большого шлема». Лидер по рекламным заработкам и просто умница и красавица. Мария Шарапова – гордость отечественного тенниса. Однако дисквалификация может скорректировать ее профессиональные планы. 19 апреля Марии исполнится 29. Впрочем, сама она на пенсию пока не собирается. Я знаю, многие из вас подумали, что я объявлю об уходе из спорта сегодня. Но если бы я решила уйти, я бы не стала объявлять об этом в Лос-Анджелесе, в отеле с таким ужасным ковровым покрытием. Между тем, запрещенный препарат мельдоний сыграл злую шутку и с другими российскими спортсменами. В феврале был увлечен в его применении велогонщик российской команды «Катюша» Эдуард Варганов. А в понедельник стало известно о положительном допинг-тесте фигуристки Екатерины Бобровой. Не исключено, что список попавшихся на мельдоний еще может быть продолжен. Эксперты говорят, что совсем недавно, в 2015-м, этот препарат очень активно прописывали российским спортсменам. Правда, тогда он допингом не считался. Жанна Агалакова, Роман Кудрин, Борис Леонов, Первый канал США.